Привет, друзья! Хочу вам показать быстрый и эффективный способ устранения течи в полипропиленовой трубе, если она возникла просверлили при монтаже, либо другие причины. Для этого нам понадобится сварочный аппарат, в данном случае полис P4A Dresswelt Ditron со звуковой сигнализацией он идет. Мы выставили температуру 260 градусов. Нам понадобится ремонтная насадка. Нам понадобится вот такой ремонтный стержень. Нам понадобится еще сверло на 10 мм. Что мы делаем? Данное отверстие нам нужно увеличить до диаметра 10 мм. Я думаю, что у каждого есть шуруповерт. Что мы делаем? Сверлом мы рассверливаем отверстие. Только осторожно, не просверлите насквозь трубу. Берем ремонтный стержень, снимаем сварочный аппарат. Данной стороной мы нагреваем отверстие в трубе. Этой стороной мы нагреваем ремонтный стержень. Начнем. Вставляем насадку, вставляем ремонтный стержень, прогреваем его. Dresswelt нам подскажет время на перестановку. Мы вставляем заглушечку и ждем. Если бы аппарат был не Dresswelt, нам пришлось бы считать, ну, в данном случае у нас Dresswelt и время, которое нужно для всего процесса, вы слышите, да? Все пропищало, получается, что сварка завершена, соединение стало монолитное. Ремонтный стержень вы можете просто обрезать. Если даже этого вам не хватает, вы можете срезать под самую трубу. Весь процесс закончен. Описание всего этого оборудования у нас на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем продолжать выкладывать новые видео, которые позволят вам быстро и эффективно использовать оборудование Ditron